Кварталы новостроек продолжают радовать глаз. Ленинск-Кузнечан. С карты города исчезают целые барачные районы. А на смену ветхому и аварийному жилью приходят благоустроенные, красивые, светлые и надежные дома. Первыми ключи от новых квартир сегодня получали будущие жители дома номер 11А по улице Абрамцева. Новоселами здесь стали сразу 36 семей. Очередное заселение у нас. Двух домов сегодня заселяем. 51 семья получает квартиры. Огромное спасибо Аману Гумовичу Тулееву за поддержку, потому что таких средств для города не выделялось, ну, я не знаю, последние, наверное, 10 лет. Огромные средства строим, переселяем. Ну, город живет. Дом на Абрамцево 11А трехподъездный, оснащен полностью. Пластиковые окна, счетчики горячей и холодной воды, современная сантехника. Альфия из Аксон не скрывает восторга. 15 лет прожила в аварийном бараке. Сегодня это уже в прошлом. Семья на днях переедет в благоустроенную двухкомнатную квартиру. Все такое красивое, светлое, чистенькое, очень прям большие комнаты. И, ну, счастье. Администрация города, главе города, губернатору, потому что это же все благодаря им помогают строителям. Скоро у них праздник, День строителя. Спасибо им огромное. Сегодня новоселье и на Пушкина 64-1. Ключи от новых квартир в трехэтажном доме, построенного на месте аварийного, получили 15 ленинск-кузнецких семей. Благоустроенная территория, рядом необходимая инфраструктура. Супруги Елена и Алексей Шмидт осматривают новую трехкомнатную квартиру. Они также переехали из ветхого жилья с района шахты имени 7 ноября. Мы очень рады, что получили новую квартиру. Квартира очень красивая, большая. Хороший район, автовокзал рядом. Сын, что учится в другом городе, может приезжать, не надо уже куда-то ехать. Ну, во всем пожелать удачи, всем терпения, подружиться с соседями, жить мирно, дружно, ну и сохранять дом. Строители старались, строили, сделали его красивым, чистым, чтобы все-таки через полгода мы зашли в такие же чистые и аккуратные подъезды. В этом году уже более 300 семей улучшили жилищные условия. Кроме того, 6 августа в нашем городе будут проходить областные торжества, посвященные Дню строителя. И ключи от новых квартир получат еще 439 семей. Такого массового новоселья еще не было в 90-летней истории Ленинска-Кузнецкого.